К другим событиям. Новый год в МГПИ под таким названием состоялось грандиозное мероприятие в Республиканском дворце культуры. Яркие впечатления и невероятные эмоции подарил зрителю творческий коллектив студентов института. Студенты Мордовского государственного педагогического института имени Евсевьева продемонстрировали высокий уровень владения педагогическими технологиями, позволяющими вовлекать детей в спортивные, игровые, продуктивные, творческие, коммуникативные виды деятельности, развивать их творческие способности и воздействовать на эмоциональные составляющие. Студенты подготовили костюмированные представления для детей с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами, конкурсами и подарками. Около 300 детей, преподавателей, сотрудников педагогического института и приглашенных гостей побывали на настоящем празднике. В этот вечер зрители оказались погружены в атмосферу изысканности и величественной роскоши вечерних мероприятий былых времен. Новогодний бал студентов Мордовского государственного педагогического института стал прекрасным подарком для ценителей высокой культуры и позволил проникнуться духом светских вечеров прошлого века, когда дамы были одеты в красивые платья, кавалеры – в галантные фраки. А вальс, мазурка и минуэт сближали всех участников бала. Главным событием вечера стала премьера музыкальной сказки на новый лад «Снежная королева», которую подготовили участники студенческого театра МГПИ. В этот новогодний вечер Мордовский государственный педагогический институт имени Евсевьева объединил всех в одну большую дружную семью. Добрый вечер, наши друзья! Добрый вечер, наши талантливые студенты! Я хочу, наверное, от имени всего зала поздравить вас с вашим великолепным и блестящим дебютом. Алия Каримова, Юрий Никонов. Вести, Мордовия. 1 января на экране выйдет фантастическая драма «Вторжение». По сценарию, после крушения инопланетного космического корабля прошло 3 года. Постепенно все начинают забывать об этом, но никто не подозревает, что скоро человечество ждет новое испытание. Обычная девушка Юлия Лебедева после контакта с внеземными технологиями и пришельцем становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения она проявляет необычные способности, но ее сверхъестественные возможности волнуют не только землян. Над планетой нависла угроза вторжения. Победить в столкновении можно только одним способом – найти в себе силы остаться людьми. В главных ролях Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум, Александр Петров. Таковы главные события сегодня. Хорошего настроения. До встречи в 2020-м.